системы UniPipe на примере вертикали и ответвлений. Во-первых, мы должны определить необходимую длину трубы. Затем обрезаем трубу под простым углом с помощью специального режущего инструмента. После этого делаем кантование. Смотрим, все ли в порядке. Теперь вкладываем трубу до соединительной детали до момента упора. Маленькое отверстие соединительной детали облегчает работу. Если увидим в нем трубу, все в порядке. После подбора подходящей пресс-насадки вкладываем ее в пресс-машину. Накладываем на соединение и зажимаем. И это все. Хотите посмотреть еще раз? Хорошо, посмотрим еще раз. Определяем необходимую длину. Выгибание трубы UniPipe с помощью трубогиба протекает очень легко. Отрезаем трубу, применяя специальный режущий инструмент. Делаем кантование, смотрим, все ли в порядке. Теперь вкладываем трубу в соединительную деталь до момента упора. Зажимаем. Благодаря системе UniPipe наша работа проходит быстрее и становится намного легче. При использовании всего лишь нескольких инструментов и без мусора, система UniPipe исключительно подходит для ремонтных работ.